Добрый день! Меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи Дома. Сегодня пятница, 7 июля, и температура воздуха на улице в тени доходит до 39 градусов. Естественно, температура повышается и в помещении. Сейчас у меня на градуснике практически 30 градусов. И влажность воздуха 42%. С учетом того, что производители, как вы знаете, я думаю, каждый, кто покупал орхидеи вместе с орхидеями в горшочке, как правило, бывает вот такая бирочка. И на бирочке условия содержания пишут, что температура содержания 15-25. Ну, на некоторых пишут 18-26. Ну, это не имеет суть значения. Главное, что в пик сегодняшней жары температура может повыситься и до 31-32 градусов в помещении, и это не та температура, в которой производитель рекомендует содержать цветы. Так вот, как мы можем помочь нашим растениям перенести такую жару? Естественно, в этот период мы особенно должны смотреть, чтобы не пересыхали корни. И полив орхидей, как правило, в такую температуру частота полива увеличивается чуть ли не в два раза. В первую очередь старайтесь осматривать вовремя корни орхидей, чтобы они не начинали морщиться от пересыхания. Заглядывайте в горшочки почаще, смотрите, пора, не пора ли поливать. То есть следите за вот этим моментом. Второй момент, какой в жару я вам порекомендую, это набрать немного водички. Допустим, вот в такую емкость набрал немножко водички и расставить на каждую, допустим, полочку, и вода будет, ну, вот так вот поставить, и вода будет немножко испаряться, будет повышаться влажность воздуха. Ну и, конечно, в течение дня в связи с занятостью не каждый сможет в течение дня подойти, допустим, и сделать аэрацию орхидей. Но я, допустим, с утра, когда встаю перед уходом на работу, прохожусь просто обычной водой. Вот так вот могу пройтись. Не сильно, не чересчур, чтобы не оставалось воды. Вот так вот увлажняю. Все, вот этого вполне достаточно. Это поможет орхидеям перенести лучше жару. Но не заливайте, не делайте так, чтобы очень много оставалось воды. Конечно, проследите то количество воды, которое остается на листьях и стекает в пазуху, оно должно хотя бы в течение часа-полутора высохнуть. Я понимаю, что если вы убегаете там на работу, допустим, как я, вы не можете проследить. Сделайте это для в первый раз в выходной день и проследите, за какой период у вас испарится эта вода. Я, допустим, уже знаю, через какое время. И поэтому вот так вот, как я показал, я обычно, когда знаю, что будет жаркий день, утром делаю такое обрызгивание. Ну и еще один из моментов, который поможет. Ну, как бы сейчас я листья обрызгал, и вы понимаете, что, ну, как бы следующий шаг, он будет чисто визуальный, чтобы вам показать. В любом случае, летом с открытыми окнами у нас заносится намного больше частиц пыли. Я беру обычный диск, немножко смачиваю его и просто убираю пыль
Убираю, ну давайте мы сейчас посмотрим. Ну да, вот смотрите, сколько собирается пыли в летнее время. То есть не поленитесь, сделайте, так скажем, влажную уборку листьев, и листья будет легче переносить, ну и орхидеям в целом будет легче переносить такую жару. И еще один маленький момент. В такую жару, я считаю, очень важный воздухообмен в помещении, где находятся растения. Не закрывайте, не закупорите окна. Сделайте так, чтобы воздух, свежий воздух поступал в это помещение, чтобы цветам было легче дышать, чтобы была циркуляция воздуха, и это будет лучше для растений, и они лучше перенесут такую жару. Ну и напоследок в сегодняшнем видео давайте я вам покажу тех маленьких фаленопсисов, которых мы спасали в банке, где пошла плесень по питательной среде. Как же они себя чувствуют? Ну вот, сейчас, наверное, я возьму света больше дам. Посмотрите, как вот они себя чувствуют. То есть вы видите, да, кто смотрел предыдущие видео, что некоторые начали расти, пошел, если в прошлый раз я в обзоре показывал, пошли только корешки, то сейчас вот вы можете увидеть, что у некоторых пошли расти и листочки. И этот рост довольно-таки заметный. Ну что же, вот, пожалуй, и все, что я сегодня хотел вам рассказать. Помогите своим растениям перенести такую жару, как сейчас. И приглашайте друзей на канал Орхидеи Дома. Надеюсь, до скорых встреч и всем пока-пока.